С Новым годом, с новым домом. Сегодня в селе Ишлей 6 человек получили ключи от новых квартир по программе предоставления жилья детям-сиротам. У меня пятый этаж. Анна поднимается пока впустую, но зато в свою квартиру. Уже в эти выходные она собирается переезжать. Здесь я поставлю диван, шкаф. И все, и будет больше площади, чтобы ребенку играть. Девушка 5 лет жила в интернате, а потом снимала комнату. Самое приятное, то что я хозяйка. На 2 этажа ниже Анны будет жить Виктория Арсентьева с семьей. Сейчас живут с родителями мужа и давно мечтают о своей квартире. Самое приятное то, что вы будете хозяйкой в своей квартире. Что? Не могу сказать. То, что не надо спрашивать разрешение, что делать. В общей сложности до Нового года новоселье в этом доме в селе Ишлей справят 6 человек. Для социального жилья, в принципе, я думаю, что достойно, потому что квартиры оборудованы всем необходимым. То есть уже чистовая отделка в квартирах присутствует. Есть и горячая вода, холодная вода, газ. То есть все условия для проживания уже созданы. Эта программа продолжается в следующем году. На эти цели уже 106 миллионов в бюджете заложено. Планируется, что в 2018-м по программе квартиры в республике получат еще 150 человек. Ее реализация стала возможной благодаря федеральному закону, в котором четко обозначены права детей-сирот на обеспечение их жильем.